Блефарогель 1 – это средство для базового ухода за кожей век. В первую очередь он предназначен для лечения синдрома сухого глаза. Что такое синдром сухого глаза? Коротко объясню. Это когда вы много работаете за монитором, глаза сохнут, или вы работаете в пыльном помещении, частички пыли сохнут, попадают на глаза, глаза сохнут, раздражаются, начинают краснеть. А можно использовать увлажняющие капли, но это не панацея и не очень хорошо работает в длительном периоде. В этой ситуации нужно средство, которое быстро поможет и хорошо будет увлажнять кожу век, край века и улучшать работу мейбомиевых желез. Мейбомиевые железы у нас находятся во внутренней части века, и при каждом движении веками они, скажем так, опустошаются от секрета. Чем более вязкий этот секрет, тем тяжелее освобождаются мейбомиевые железы. Так вот, блефарогель 1 как раз предназначен для гигиены век, края, ресничного края века и для улучшения работы мейбомиевых желез. В его состав входит гиалуроновая кислота и алоэ вера, которые не только обладают увлажняющим действием, но и легким противовоспалительным эффектом. А за счет этого улучшается работа мейбомиевых желез, секрет становится менее вязким и лучше отходит. Когда лучше начинают работать мейбомиевые железы, лучше начинает работать слезная пленка. Глаза меньше сохнут, меньше краснеют. Поэтому в первую очередь блефарогель рекомендуется для базового ухода практически любому человеку, который так или иначе сталкивается с этой проблемой, с синдромом сухого глаза. В том числе и у носителей контактных линз. Он применяется утром и вечером на чистую кожу век, наносится по краю века, по ресничному краю, мягкими массирующими движениями. Соответственно, быстро впитывается, не оставляет никаких следов и может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другим уходом, в том числе косметическим. Утром у женщин он может применяться в том числе и как средство под косметику. А гиалуроновая кислота дополнительно обладает легким увлажняющим эффектом, что также способствует улучшению состояния кожи век.